Здравствуйте! Впереди выходные. Для всех, кто планирует провести их максимально активно, представляем афишу интересных событий на ближайшие пару дней. Какие есть варианты для приятного времяпрепровождения, сейчас расскажу. Сентября музей Ильдара Рязанова предлагает посетить лекцию «Давным-давно», на которой расскажут о создании фильма «Гусарская баллада». Это был первый опыт режиссера самостоятельного написания сценария в стихах. На лекции расскажут, как складывался съемочный процесс, а также о том, как связана Самара с прототипом главной героини. Для любителей пеших прогулок есть возможность отправиться в Горькую Самару. 5 сентября Литературный музей приглашает посмотреть на город глазами писателя Максима Горького. Увидеть старинные дома, прогуляться по местам, где жил, работал и развлекался знаменитый автор. В выходные на площади Куйбышева продолжит работу масштабная выставка под открытым небом «Дорога истории. Наша победа», где все желающие могут познакомиться с историей Великой Отечественной войны, почувствовать себя непосредственными свидетелями исторических событий. Кстати, 5 сентября в 18:30 на площади состоится концерт «Бессмертные песни о войне», в котором вместе с симфоническим оркестром Самарской филармонии выступят вокалисты-любители, победившие в онлайн-конкурсе на лучшее исполнение знаменитых композиций. Ну и не забывайте, что с 11 по 13 сентября Самара с размахом отметит День города. Подробно о программе праздника расскажем вам на следующей неделе. А на этом у меня все. Отличного настроения и хороших выходных!